тема. В общем, насрали и перданули. Мой таинственный прав. Коллектор действительно готов. Чтобы спуститься еще ниже, мне придется поискать местные смывные насосы, чтобы понизить уровень воды. Вонь почти невыносимая, меня воротит. Но зачем диверсант заполнил тоннель водой? Чего он пытался добиться этим? Встаешь, как будто реально. Ладно, пойдем туда. Сначала. Да, значит, ну ладно. Я пойду, значит, этим путем. Так. Хорошо. Значит, сюда пойдем. А семья? Малая стоярил. Сразу? Здесь Михаил и Яни Ильяху. Не знаю, что это. Во всяком случае, пока. Ему же на него. У двери невозможно охлаждать так же, как и в центре помещения. Более поздний верхний надежно заморожены в башне. Там, наверху, где воздух горяч и зловонен, они перегреваются, и двойственность на их натуры раздирается дорогую силу. Они живут по случаю, только и предсказуемо выбрасывают из одного мира в другой и обратно. В один миг они обретают плоть и плоть, другой теряет ее. Это все будет с ума. Я приказал спечатать все подобные вещи. Запутил моим верхом на вот что. Да, а ты не пробуешь. Не стань ничего не дал. Короче, еще, блядь, кучу хватало здесь. Сандовый мир. Круто. Давай. Так. Отлично. О, я так понял. Что мы делаем? Тише, бляди. Тихо, сука. Так. Order select. Это мне не пройти никак. Так, главное не запутаться. Кстати, и вообще. Слайс гейт. Так. Где мы? Сыграть не стоит. Let's go.
Чтобы держать небо на месте. Убись. Так. Ну вот и все. Теперь я снова могу войти в дезактивационную камеру и пройти дальше. Уровень воды спал. Пробой, и я смогу отвести эти грязные воды в единое место. Я не могу сказать на машину. И плавает. Да, вот здесь, кстати, Новый уровень. Миллиард рычагов нажать, чтобы типа было весело. Окей, новая локация. Едем далее. Ой, блять, опять что ли? Опять какие-то пидорасы тут. Замечательно. О-о-о. Ну приятного аппетита, хули. Боже, господи, тут целое гнездо этих мерзких тварей. Это не ум.
а мои инстинкты перебили не так далеко. То где-то в этом комплексе найдется способ еще ниже. Я не буду видеться, когда я управляю своими темными делами. Все же я наблюдаю за ними, когда они сидят и играют. Они похожи на маленьких детей. Я не буду думать о том, о тех стульях и